Установим Федору на ПВМ или QEMU под Linux с помощью либвирта. Либвирт демон, который работает под рутом, естественно. Мы общаемся с ним с помощью графического интерфейса Virt Manager. Вот он у нас размещает все папки varlib libvirt images. Я сюда скачал уже ИСОшник. Вы ИСОшник можете сюда щелкнуть загрузить сейчас и загрузить ИСОшник. Почему в этот каталог я скачал? Потому что у либвирта есть несколько пространств для хранения. И вот это вот varlib libvirt images — это пространство для хранения по умолчанию. Значит, мы давайте запустим libvirt. Virt Manager. И вот у нас это пространство по умолчанию. Вот мы видим тут только ИСОшник. И давайте мы установим локальный DROM. Носитель давайте выберем. Обзор. Про Workstation. Вот он автоматически определил по названию носителя, что это Fedora. Я себе 4 поставлю. Я думаю, 2 достаточно. Создать образ диска на 80 гигабайт создадим. Название Fedora 35. Fedora можно. NAT. Все хорошо, готово. Вот он создал и подключил диск. Мы без тестирования медиа, нам это не нужно. Сразу старт Fedora Workstation. Вот оно загружается. Значит, мы устанавливаем Pull to Hard Drive. Русский язык. Клавиатура английская, русская, часы Москва, диск. Ну, тут он выделен, диск, и автоматически он разбивается. Готово. Ну и начнем установку. Значит, Fedora у нас на BTRFS стоит. Там мы можем несколько подтомов сделать. Ну, в принципе, установка идет несколько дольше, чем, скажем, Ubuntu. А так мы можем подождать, когда она установится. Итак, у нас установка закончилась. Мы нажимаем «Завершить установку». После этого, как я понимаю, рестартовать виртуальную машину. И она у нас уже подключится без DROM, а забутится с харддиском.
начать настройку. Обязательно сторонние репозитории здесь будут. Учетной записи не нужно. Ну, теперь мы можем создаем в соответствии с правилом об именовании логин. Пароль. До 6 я сделал. Обзор смотреть не будем. Далее у нас, если мы используем VirtualBox, там ставятся драйвера, так чтобы она могла расширять свой экран на все окно. Тут таких драйверов не предусмотрено, поэтому мы сами должны подогнать окно под нужный размер. Но, во-первых, есть по весь экран вариант. Вот и выглядит таким вот образом. По весь экран он растянул, но размер не изменил. Обратно мы вернулись. А я размер задам следующим образом. У меня 1920 на 1200. Ширина он у меня такая же остается. Значит, а высота? Ну, давайте попробуем 16 на 9. Тогда в окно должно вписаться. Вот такой вот. Так, я ездить не нужно ничего. Нет, он не попадает мышкой в нужные места. Так. И у нас есть разрешение. Пожалуй, это минимальное. Видите, слишком много, да, ездит все равно. Поэтому у нас проблема. Итак, я поставил 1080 на 1050. Растянуть тут не получится произвольно. Так. VirtualBox, в принципе, вполне устраивает. Вот этому почисту. Ну, таким образом можно считать, что мы установили. Дальше мы начнем конфигурацию нашей системы.
Если вы установили свою систему дома, то вы можете ее обновить после установки, запустив терминал sudo-i. Введите свой пароль. Он, естественно, не печатается. DNF. Update. Сейчас скачаются новые содержимое всех репозиториев. После этого можно будет обновить программное обеспечение. Yes. Пошла загрузка пакетов. Разрешить установку. Вот, собственно, идут обновления. Паузу нажимал, чтобы не загружать время. Слева идет номер транзакции, а справа количество транзакций вообще. В транзакции входит не только установка программного обеспечения, но и дополнительный запуск скриптов и удаление старого программного обеспечения системы. Вот видите, у нас сейчас идет очистка системы. Ну и фактически таким образом мы обновили операционную систему. И в дальнейшем мы будем готовы конфигурации ее для проведения занятий и для работы. При желании вы можете ее использовать для своей работы.